Как вас зовут? Александр. Здравствуйте, Александр. Что же вас сюда привело? Мы вас внимательно слушаем, Александр. Добро пожаловать в исторический парк развлечений. Гарсет не маловат. А тебе череп не великоват? Ну пойми, старик, ты уже не в той форме для этой работы. Я тебя перевожу. Как вчера у Мишки день рождения пошел? Вчера? Он не хочет тебя видеть. Да вы оторвали, Александр Иванович. Ребята, за что? Сейчас всех подряд гребут. Ну я же вам понравился, а? Я встретил женщину. В твоем возрасте полезно побегать. Как лох, чудо веришь, да? Так Николь больше не подойдешь, понял? А то что? Э, убери это остров! Ну ты что, не стреляй, дебил! Я Агриппа, ты говно! Повтори. Я Агриппа, ты говно! Наоборот. Человеку нужно во что-нибудь верить. Ну вот, нашли тему для застолья.